Эдгей, меня давно с вами не было, так как мы заканчивали третий класс. Очень было много у нас разных поставленных задач, которые нужно было закончить с отличием. Поэтому снимать было некогда. И сегодня я вам покажу, как же выросли мои колиусы, которые мы сажали семенами. И обязательно покажу вам перчики, которые выросли у нас из семян с магазинного перца. Ну что, начнем с колиуса. Готовы? Та-дам! Представляете, какой он вымахал из семян. Вот листья. Сейчас я разверну, слушайте, с той стороны есть. Он почти с мою ладонь. Вот он. Посмотрите. Вот такая красота. Так что не нужно бояться сажать семенами растения. Все вырастает отлично. Это вот второй колиус, который мне нравится больше всего. Такая расцветочка, вот этот лимонный. Типа нефрита называется, по-моему, если не ошибаюсь. Сорт. Обалденный просто. Обалденный. Просто шикарный. И таких у меня полбалкона. Пока полбалкона. Готовлю заловки подарить несколько. Поэтому она их в сад высадит. Поэтому будем скоро количество уменьшать. Ну а теперь рассада моего перца. Пам! Вот так и красавчик. Ну, что хочу сказать, кстати, девочки, начали здесь завязываться у меня цветочки. И вот первые цветы, они опали. Я, конечно, слышала, что их вообще убирать нужно, чтобы дальше плодоносило лучше. Рассада перца плодоносить начала. Вот, но у меня первые цветочки опали сами. Поэтому не знаю, хорошо это или плохо. Но вот так, как есть. А еще у меня в этом же горшочке вот... Сейчас подниму. У меня там мандарины. То есть вот они тоже подросли. Никак не возьмусь их пересадить, потому что, конечно, и перец пересадить уже надо в большую емкость, чтобы ему было больше питания. Тогда, надеюсь, у нас что-то завяжется. Ну и мандарины хочу отсадить отдельно, потому что они здесь, конечно, перцу совершенно не нужны. А сейчас хочу вам еще показать свои катарантусы, которые сажала тоже из семян. Ну вот такая красота. Единственные девочки, кто знает, вот я не в курсе, может быть, их нужно как-то прищипнуть, чтобы они не были сильно длинными. И когда мне интересно узнать, они начнут цвести. То есть зелени вот полно. То есть они вот... Хотя подождите, вот смотрите. А, девчата, смотрите. Я так понимаю, что вот здесь у нас будут цветочки. Не замечала, слушайте, только сейчас заметила завязи. На такие катарантусы. Помните, какие они были? Были маленькие, прям совсем малюсенькие, а теперь вот, вот такие большие. Ну, такое небольшое видео у нас получилось сегодня. Так что, девочки, до новых встреч. В следующий раз покажу вам что-нибудь еще из того, чего сажала раньше. Все, всем пока-пока.